Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. За месяц «Стройдепо» закрыл магазины в трех городах. Это Киров, Смоленск и Ижевск. Как отмечает навигатор, ликвидация проходит по одному сценарию. С большими скидками, полупустыми прилавками, слухами о сокращении кадров. Проблемы сети в Кирове предрекали еще 2 года назад, когда стало известно о заходе в регион Леруа Мерлен. Эксперты не исключают, что именно из-за конкуренции сеть «Стройдепо» вынуждена была закрыть магазин в Кирове. Навигатор добавляет, что в 2015 году сеть гипермаркетов из Татарстана «Мегастрой» хотела открыть свой центр в Кирове в ускоренном режиме, чтобы опередить «Леруа». Однако планы были пересмотрены, и «Мегастрой» вообще отказался от выхода на рынок города Кирова. Программа «Экономика». Завод 1 мая рассчитался с бюджетом. Арбитражный суд Кировской области признал погашенными требования налоговой к предприятию. Оно должно было почти 60 миллионов рублей. Деньги в казну перечислил конкурсный кредитор, компания «Айспром». Об этом сообщает Кировское управление налоговой службы. И там уточняют, что арбитражный суд произвел замену кредитора в реестре требований кредиторов с ФНС на «Айспром». Ранее часть долгов машиностроительного завода выкупил завод «Сельмаш». Он заплатил почти 200 миллионов рублей Сбербанку. На заводе 1 мая с января прошлого года введена процедура внешнего управления. Общий долг тогда превышал 600 миллионов рублей. Сейчас у предприятия контракт с РЖД на 2 года. Планируется сотрудничество со странами СНГ, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном. Экономика. Продукцию молота представили на международной выставке. Она прошла в выходные в Москве. В выставке Arms and Hunting традиционно участвуют российские и зарубежные производители, дилеры и дистрибьюторы оружия и снаряжения, аксессуаров для охоты. Кировский производитель нарезного и гладкоствольного оружия «Молот Армс» продемонстрировал карабин «Винторез» – гражданский вариант снайперской винтовки для подразделений специального назначения ВСС. «Молот оружия» представило 16 новых моделей, которые еще только готовятся к запуску в продажу. В завершение о валютах. Доллар сегодня 57 рублей 9 копеек, курс евро 67.30. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.